Несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. Что значит шаблон? То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе, они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.